очень много историй. Вот мы с вами приедем сейчас в старый город. Как 300 лет назад мы это строили, турки, так за эти 300 лет там практически ничего не поменялось. У меня есть очень хороший товарищ, он в Калининграде живет. И он говорит, когда я хочу отдохнуть от цивилизации, я еду в город Аку. Цивилизации здесь очень-очень мало, но историй много. И вокруг города крепостная стена, которую построили уже потом, после того, как Наполеон отступил из этих мест. Мы на нее поднимемся обязательно с вами. Но в начале 20 века крепостная стена, это уже стала совершенно не нужна, стало здесь тихо, спокойно. И тогдашний правитель турецкий этого города приказал ее пробить в двух местах, чтобы облегчить жителям вход и выход из города. И вот один из таких проломов через глубокий крепостной ров мы туда проедем, и там автобус уже и остановится, потому что дальше внутри города только пешком можно передвигаться. Узенькие улочки, тупички, переходики, такой восточный колорит, восточный антураж, это будет сегодня у нас предостаточно. Начнем мы нашу экскурсию возле замка госпитальеров, вернее то, что от него осталось. Поговорим о том, кто такие госпитальеры, когда произошел первый крестовый поход.